Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приготовим летний нежный торт из кабачков. Вы на канале «Еда, готовься!» Кабачки полезны не только как еда. Среди женщин очень популярны маски для лица из мякоти свежих кабачков. Считается, что такие маски обладают омолаживающими и увлажняющими свойствами. Спасибо, что досмотрели это видео. Ставьте лайк и не забудьте подписаться. До новых встреч!